Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, Громелька прокачался у меня до 88 уровня. Продолжаем. Подожди, продолжаем. Ага, у нас не хватает рыбы, чтобы продолжать его прокачивать. Такс, это проблема. Нехватка рыбы. Что будем делать? Где-то нужно нам с тобой насобирать ее. А где ты ее насобираешь? Естественно, с наших драконов. Но я не уверен, что там будет слишком много ее для того, чтобы прокачать. Так, ладно, сейчас этих мы отправим с тобой по-бренькому. Все, вроде бы. И пошли. Так, новинка. Вот это я беру. Остальное... остальное мне нафиг не нужно. Так, здесь древесина. А что ты прохлаждаешься, не могу понять. Быстрее за древесиной. Быстрее. Так, ты за рыбой. Так, ты, парень, тоже иди за рыбой. Так, за древесиной отправляем. Мало, мало. 7 миллионов древесины. Это фигня, ребят. Так же, как 7 миллионов рыбы. Тут такие расценочки нынче, что... Фи. Так. Полетели. Что вы тут стоите? Не работаете. Быстренько заработал. Давай, вперед, беги. Так, где там у нас второй-то? Вот он. Листочек мне надкусанный принес. Давай, беги тоже. Так, не забываем про нашего... Вот он. А он у нас на заданиях, да? Ух ты. Ну давай, полетели бесплатно. Так, сколько? 115 миллионов рыбы. Ну опять же этого мало, да? Зато здесь хватает, чтобы за железом отправить. Так, мы с тобой кого прокачивать собирались? Водореза разве? Вот. Трындец, конечно. Не хватает, не могу, ребят. Не хватает рыбы. Прокачать не могу. Так что придется этим ребятам пока подобывать ресурсы. Других вариантов нету. Так, абонемент. Давай сюда награду нашу. Угу. Давай посмотрим, что у нас тут. Як-нок. Мы назовем это попкорном, да? Чашечка попкорна. Так, на обмене у нас один блестящий янтарь. Здесь, ну, естественно, пак. 6 монетудина. Громель, шторморез, громель-защитник. Так, и рекламы сразу же. Монетки. 465 у нас монет, кстати, уже. Так. Престиголовый, лаварык, грозокрыл. Окей. Так, отказаться. Есть у нас янтарь? Нету, к сожалению. Так, здесь еще и пак у нас созрел. Давай-ка откроем. Ужасное чудовище, шепот смерти, громобой, душитель, престиголов, парящий прихвостень и сарделька. Окей. Так, ну что, друзья, блин, тут опять что-то мы сделали. Попробуем, я не знаю, успеем ли мы пройти события. Остается у нас очень мало времени, 2 дня буквально. Так, забираем здесь твой тусклый янтарь. И погнали. Это событие проходится за 3 заходки, ребята, потому что 15 ячеек у нас за один, за одну серию можно пройти только, как ты знаешь, одну, ну, 5 ячеек, а их 15, то есть, ну, сам посчитай. Так, бомбанем. Отлично, так, громобой остался. То есть нам придется с тобой делать 3 заходки. А событие длится всего лишь 2 дня. Не знаю, как мы это успеем. Ладно, поиграем сегодня и, возможно, завтра.
Так, добиваем. И надеюсь, мы успеем пройти. Так, шторморез. Такой вот, весь в электрических разрядах прям. Ну что, ну я думаю, начнем вот с этого. Хильнемся. Добьем. Такс. Давай, что ты там сейчас придумал? Он понижает у нас защиту. Отлично. Ну-ка, что нам тут колесо даст? Там, ребят, я оговорился, там у нас не защита. Там он понижает атаку. Прилив сил. Окей. Так, ну что? Прилив сил. Погнали на следующий поединок. Потом забираем с тобой загадочный пак. Кто у нас на этот раз? Так, один, что ли? Сколько волн? Две. Обожаю, когда вот так вот начинается. По одному дракончику дают. Мы его, естественно, запинываем. Потом на второй волне два дракончика. И все. Так, кусаем. Ну, мог бы добить-то охламона. Ну, что уж там. Так, понижение защиты сделал. Так, ну здесь что? Я не знаю, наверное, с этого начнем. Ханурика. Хильнемся. Очень едкий такой всплеск, да, ребят? Когда мы хиляемся. Не знаю, почему они не могут до сих пор исправить эту ошибку. Так, в минус. Лечим. Так, кусаем. Сейчас что-то будет. Неужели супер удар? Слава богу, нет. Значит, этот что-то. Да ну. Никто из вас ничего не стал делать. Это же круто. Ну, сейчас, наверное, Громль фаербольчик свой запустил. Нет, не запустил. Поэтому и проиграл. Давай еще разочек крутанем. И заберем древесину. Мне бы, конечно, желательно рыбы побольше. Потому что мы начинаем с тобой прокачивать усиленно наших драконов. И для этого нам нужна именно рыба. Так, загадочный пак отправлен на почту. Мы двигаемся дальше. То есть раз драка, два драка. Потом мы забираем с тобой тусклый янтарь. И сможем с тобой поставить на переработку. До блестящего. Ну что, душитель, получи. Так, ударчик. Шваркнули. Ой-ой-ой, скалотряс, хофер и крылатый ужас. Наверное, я начну со скалотряса, скорее всего. Надо будет его как-то быстрее. Так, сможет ли? Нет, не сможет. Блин, сейчас два укуса будет делать. Кому? Ну, естественно, естественно, Барсик. А этот добьет Хофер. Кто бы сомневался, да? Кто бы в этом, блин, сомневался? Так, что нам делать? Я даже не знаю, кого тут бомбить в первую очередь. Либо Хофера. Ах ты, атаку мне понизил, а? Ты посмотри. Ну еще не легче, а? Еще заморозил. Замедлил, короче. Давай попробуем так его. Опа, промахнулся. Вот это круто, вот это хорошо. И добиваем. Нам просто здесь повезло. Давай-ка посмотрим. Выпадает нам... Эти, я думал, что плод мудрости. Нет, к сожалению. Жаль. Ну что, это предпоследний у нас поединок, получается. 1500 янтаря мы с тобой получим, тусклого. И противников уже становится два. Душитель и дымодышащий, да? Окей. Сейчас мы с ними разберемся. Ну, как всегда, в своем репертуаре. Минус. Минус на минус дает плюс. Так, хильнемся? Да, наверное, хильнуться надо, потому что Кривоклык немножко пострадал, капельку. Да ты заколебала его бомбить.
Так, ну слава богу, здесь пока две волны. Ну что, начнем, наверное, с кревета. Так, это терпимо. Что-то там. Опять Барсику достается. Ну, естественно, сразу все начинают его атаковать. Барсик, мсти. Наверное, вот так вот все-таки сделать надо. Я так и думал, что он сделает этот хил, ребят. Так, ну что, Барсик, пока. Я уже не удивляюсь этому. Всегда Барсика у нас бомбят. Так, ну вот и Громель остался один. Один на один мы с тобой выходим, да, получается? Понижаем ему сразу же защиту. Фаербол... Я думал, что не будет фаербола, а он сделал. Все. Очередной барабан выпадает нам. Что ж такое сегодня? День древесины, что ли? Я не могу понять. Древесина выпала, да, ребят? Ну и забираем с тобой тусклый янтарь, 1400. И переходим на последний поединок. Это у нас обычный. Поехали. Обычный поединочек, который мы с тобой должны быстренько, в принципе, пробежать. Водорез. Ну давай, наверное, начнем с водореза. Потому что он у нас, сам знаешь, может глушить дракона, это раз. И во-вторых, сам себя еще и хилять при этом. Опять Барсик бедный под раздачу попадает. Я, наверное, не буду ничего пока делать. Будем хилять, пытаться, по крайней мере. Если успеем. Да успеть-то мы успеем. Только вот не знаю, спасет ли это. Он же сейчас будет делать разбег. Нет. Не разбег. Так, а здесь громорог и душитель. Попрощались мы с Барсиком, конечно же. Погнали тогда. Раз, два. Не хрюкай. Гипноз. Давненько я этого не видел. Ну что ты, ну... Какая защита? Так, он промахнулся, отлично. Какая защита, а? Родной мой, что ты делаешь? Ну, естественно, это, ребята, не мы сделали, а он сам автоматически. Потому что когда гипноз на тебя вешает, он не подвластен тебе. Так, а, тут три волны еще, оказывается. Ё-моё. А это тут расшуршался, блин. Ай-яй-яй. Блин, я боюсь, мы не успеем. Пришлось потратить грушу. Дабы вы понимаете, что этот подхали может вот так вот сделать. И просто истребить. Так, добиваем. Но зато у нас 10 прилив сил. 10 прилив сил, это, поверь мне, очень даже круто. Кусаем и, скорее всего, сейчас добьем. Все, отлично. Так, последнее колесо выпадает нам. Опа, 3 прилива сил. Вот это я понимаю, уже 13 прилив сил. Отлично. Так, ну и как ты понимаешь, у нас будет дальше мини-боссик. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 9 боев. Ну потому что один уже был пройден. Так должно быть 10, но первый поединок мы с тобой прошли. То есть получается еще 2 раза здесь придется столкнуться с этим делом. Но время-то пока есть, потому что у нас еще вот это вот событие. Но тут, как ты видишь, сутки еще нужно подождать. Поэтому, я думаю, мы успеем все-таки пройти. Отлично. Так, давай откроем с тобой пак, который у нас здесь выпал. Так, монетки Удина, это понятно все. Штерморис, ужасное чудовище, громобой защитник. И немножечко ресурсов. Как бы все, да, получается. Так, ну время еще есть, поэтому давай-ка мы, наверное, сбегаем с тобой на арену. Забьем, во-первых,
ячейки. Ну и во-вторых, получим пак вождя. Ты посмотри, сколько нам нужно для того, чтобы прокачать Барсика. Всего лишь 15 карточек на него. И все, ребята. И Барсик будет прокачан на следующий уровень. Так, ну что у нас тут? Давай начнем, наверное, вот с этого. С крылатого ужаса. Так, хорош. Блин, сарделька. Кто-то мне говорил: Рэй, возьми сардельку обратно в коллектив. Ну, в команду. Ребят, ну... Блин, да что ж такое-то? Я пробовал как-то взять ее. Она проигрывает только из-за уровня. У нее слишком слабенький уровень. У сардельки. Если бы был бы хотя бы там, не знаю, 15-й. Ну, хотя бы даже, пускай, 13-й, я бы взял бы. А так, ну, это вообще не вариант. Так, а вот что делать-то теперь? Давай, наверное, сюда. Хотя, блин, замороженный, и атака еще пониженная. Ладно, здесь пускай хотя бы хильнемся. Видишь, что творит? Так, хиляемся. Так, этого вражеского Барсика надо валить. Надо валить. Хиляемся еще раз. Ну что, в принципе, этот парень не жилец. Да. Ушатываем. Так, и остается сарделечка. Ну, одна сарделька против нас, я думаю, не справится. Что бы она здесь ни делала, как бы она ни плясала, вряд ли что-то ей тут поможет. Тем более у нас Кривоклык как раз профи по защитникам. А он еще и промахивается. Так что добиваем. Вот и все. Так, Костолом, Громобой и Шипорез. Ну, начнем, наверное, вот с Шипореза, скорее всего. Громорог пока потерпит, он не настолько нас, как говорится, пугает. Костолом даже, наверное, больше пугает, чем Громорог. Отравление? Вообще-то ты должен был, по-моему, шипы выпускать с хвоста, если я не ошибаюсь. Ладно, сделаем так. Поехали, так сделаем. Будем бомбить с тобой Костолома. Ну что ты там? Бафать будешь? Нет, пошел атаковать. Добиваем. Ну, в принципе, и Громорог тут уже допрыгался. Так, удвоение энергии. Это тебе не поможет, парень. Все. Так, ну что, надеюсь, последний поединок. Так, Лаварых, это фигня. Вот они, два хламона. Начнем с этого. Так, сарделька опять начинает, да, за свое? Минус один, это уже радует. Минус один. Так, Лаварык пока потерпит. Если выбирать между Лаварыгом и Сарделькой, естественно, бить надо в первую очередь Сардельку. Потому что Лаварык, он ничего такого сильного не делает. А вот Сарделька со своей двойной атакой. Так, хилинуться успеем? Успеем. Ну что, а Лаварык, все, ребят, ну что он тут сделает? Защиту себе поставит максимальная, да? Или отхил, это значит не критично. Так, понижаем броню. И атака у него всего одиночная, в отличие от сардельки. И добиваем. Ну что, ребята, как вы видите, выпало нам два обычных пака ареновских. Ну и забираем с собой пак вождя. Так, душитель, ужасное чудовище, древоруб, громовой защитник и беззубик. Беззубик очень и очень редко выпадает. Так, и здесь мы с тобой забираем еще награду. Все, да, получается, на сегодня. Да, ребята, отыграли неплохо. Так, беззубик у нас там в приключениях. Стоп. Да-да-да-да-да. Два тусклых янтаря мы с тобой переделаем в блестящий. Эх, когда же вы у меня появитесь-то, а?
Новоиспеченные. Когда, вот скажи мне, сколько тут еще? Блин, ну ты посмотри, а. Ну ладно, фрукты мы еще с тобой как-то соберем. Вот эти вот. Вот этих вот, блин, копий надо дофигища, топоров дофига. Ну, естественно, вот это тоже нам нужно будет. Надо вот эти вот статуэтки. Это, получается, еще 6 штук нужно найти. Да? А тут... Угу. Все это нужно искать. Это вот обмен. А это кто такой? Кораблекрушитель-защитник. Но опять же, шестеренки, блин, они очень мало выпадают нам. Очень мало. Так, за монетки Одина. Что у нас там? Опа. А, рыбий хвост у нас, по-моему, есть. Блин, обморозитель. 1170, ты прикинь? Это эксклюзив. А что у нас в золотом наборе? Бизонарх. Нифига себе. Рогобой. Бремя гнильца. Лохматый вой. А вот и шипорез. Блин, хотелось бы, конечно, бы вот этот пак приобрести, наверное, купить. Но вряд ли нам выпадет кто-нибудь вот из редких. Скорее всего, выпадет вот этот вот приливный планер, который у меня есть. Хочу шипореза себе, ребят. Если бы у меня бы выпал шипорез, он бы мог бы участвовать на арене. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!